Приветствую вас, дорогие автолюбители. Сегодня хочу вам показать, как мы собираем магнитолу на конкретного клиента. И в нашем офисе вот у нас есть запрос аккорд 7, его нужно определенно настроить, подключить и поставить. Вот такую магнитолу клиент заказал. Это у нас версия MS812X 2+324G 8-ядерная. В принципе, топовая моделька, которую мы используем. Первое, что мы делаем, естественно, ставим все необходимое. Эту магнитолу я поставил, ну, покажу, как это делается. Подключается питание, подключается флешка. Вот уже настроен необходимый протокол, настроен логотип, ну и так она проверяется. Пока оформляется накладная, оформляется гарантийный талон, и все это ставится и выполняется. Поэтому исключены какие-то проблемы, в том числе мы видим сразу, если вдруг битые пикселя, это все нам видно при проверке. Как видите, сразу звук заработал. Дальше следующий этап, что мы делаем, это подключаем радио. Подключаем радио, заходим, смотрим поиск каналов. Он сохраняет первый, мы видим, что сразу уже появились каналы. Местного радио. Да, тут у меня пылесосит, пылесос вечный работник, поставим на паузу пока, что-то он не хочет. Ладно, пусть уехал. Ну, как видите, радио проверили, частоты есть. Дальше я устанавливаю навигацию. В этой версии, конечно, дурацкая проводник, им пользоваться достаточно сложно, но вот это есть здесь домик, нажимаем домик, вот так вот, и вот здесь карта памяти, здесь все, что нужно установить, сразу отсюда ставится навигация, потому что это не идет. Следующий шаг, который я быстро делаю, это заходим в настройки, в настройках магнитолы, версия ПО 8, выставляем все необходимые параметры. Это логотип уже выставили и контайп. В данном случае контайп 75 для аккорда, вот он выбирается. А также я еще вставляю меню icon, это чтобы вывести сюда ярлык air condition, который нужен для работы кондиционера. После этого вот здесь у нас появляется air condition кондиционер, и он будет управляться как с экрана, так и с этого. Но это особенность именно этой магнитолы, именно в версии аккорда 7 для dual версии. В принципе, магнитола проверена, она проработала, но на самом деле немножко больше часа времени занимает, потому что мы еще оформляем накладную, это занимает минут 20 и гарантийный талон. Следующий шаг, вот уже готовая магнитола, по просьбе клиента, если он, конечно, хочет, она монтируется, собирается, так как здесь непростая версия, то нужно ее монтировать. Вот установили, закручиваем, болтики заранее приготовлены, дрель есть, переходим сюда. Закрутили. Так, вот 4 болта. Можно 5, но не всегда он здесь нужен. В данном случае он не ставится. Следующее, что нужно сделать, опять же, это по просьбе клиента все поподключать. Поподключать, так как здесь сложное подключение. Мы снимаем эту штуку, убираем. Переходим сюда.
подключаем USB 1. В этой комплектации идет 2 USB. Напоминаю, что в комплектации меньшей без 4G идет 1 USB. Вот, подключили. Следующий идет вот такой кабель. Это специальный кабель для этой рамки. Он, наверное, самое важное, что здесь есть. Именно для этой версии. Здесь нужно подключить связь с рамкой, подключить питание. Кстати, защелка закрывается. Там спрашивали, почему она не вытаскивается. Да, ее так просто не вытащишь. Нужно взять что-то и подковырнуть. Делать это можно железом, но только если не подключено питание. Если подключено питание, то обязательно только пластиком, либо деревом. Все, защелкнулось. Зачем такая защелка мощная? Чтобы во время движения она не вылетела у вас в машине, не пропало питание. Дальше подключаем контроль. Это связь встроенной канбаса в этой рамке с магнитолой. Дальше еще в комплекте идет кабель RCA, на котором идет USB, нет, не USB, а сим-карта. Подключаем сим-карту, вставляем. Дальше антенна 4G, прикручиваем ее. Здесь подписано 4G, это значит 4G. GPS, это значит GPS. Закрутили. Закрутили, берем GPS антенну, прикручиваем. Бывает иногда неудобно это делать, но в принципе справляемся. Тогда нужно немножко порядок поменять этой процедуры. Закручивать надо туго и надежно, но с размеренным усилием, иначе будет беда, можно сломать. Так, в принципе, основная сборка сделана, осталось только прицепить камеру. Камеру, вот основная камера питания сюда, и этот кабель нужно кинуть на реверс, вот он здесь болтается. Это мы смотаем с помощью, это клиенту именно делаем, чтобы он сделал правильное подключение камеры. Нужно подключить вот это сразу на реверс. Это снимем, зачистим и соединим. Так, и последняя проверка уже не нужна, но мы обычно еще делаем проверку. Подключаем на питание, чтобы проверить, что все окей окончательно. Есть, сейчас запустится. Понятно, что вот эти все функции, они заработают. Это я, видите, появилась штука прошивочная, потому что я зацепил руками, держал. Сейчас она запустится мимо этого. Вот эти все штуки начнут работать только когда будут подключены мозги машины. Без мозгов машины, естественно, регуляторы, кнопки, климата, ничего работать не будет. Когда все подключится, все будет окей. Ну вот, все прекрасно. Можем отключаться и готовить дальнейшее. Опять же, обычно просто все складывается. Это если клиенту нужно, то это делается. Собирается. Следующее, что делаем, это пакуем. Пакуем в зависимости от того, что мы берем. Если, например, нужна эта коробка родная клиенту, то, в принципе, тогда надо брать 10 килограмм. В данном случае коробка, я думаю, не нужна будет, потому что мы собрали. Если, конечно, отдельно все ложится, то коробка ложится. Так, дальше. Как правильно спаковать? Берем черную подкладку, может, белый поролон, он ложится на дисплей вот здесь. Следующее, залаживаем пакет и вот такой вот мягкой штукой перематываем. Единственное, что еще это все заматываю скотчем
и потом ложим в ящик. Вот он точно берется, ящик по уровню. Долаживаем все остальные элементы. Здесь всегда есть место. Мануал. Сюда еще будет ложиться у нас обязательно, что мы положим сюда еще, гарантийный талон, накладная. Все, запаковали и отправили. Вот так вот готовится магнитола и проверяется. В принципе, это занимает немного времени. Я показал это в ускоренном темпе. Ну, где-то в среднем до получаса нужно для того, чтобы собрать одну магнитолу. Если я этого не буду делать и мои помощники не будут так поступать, то мы будем пропускать очень много брака. А так мы видим брак и отбраковываем на начальном этапе. Вот вам подтверждение этого. Видите, вот у нас лежат магнитолы, которые не прошли этап, и они вот собираются. Потом мы смотрим, что с ними делать, что на выбраковку, что на сборку, что на другие этапы. Кроме того, мы иногда заказываем отдельно плату, отдельно дисплей и сами формируем магнитолы. Хотя, как бы, стараемся заказывать цельными, ну, раздельно это, если очень много, нужно их заказать. Все, друзья, до новых встреч. Надеюсь, это видео будет вам интересным. И вы поймете принцип работы и почему наш продукт всегда качественный. Потому что мы его просто проверяем. До свидания.